12 июня Макар запомнит на всю жизнь. Ничто не предвещало беды. Пришли с ребятами из хоккейного клуба отдохнуть у Мещерского пруда. Как вдруг капитан команды заметил неладное. Мужчина тонет в воде. 16-летний мальчик мгновенно бросился за утопающим, а за ним и остальная команда. Я вижу, что посередине озера лежит мужчина. Ну, не движется ничего. Я сразу же поплыл за ним, позвал ребят. Вот, мы вместе его начали вытаскивать. Там уже дальше мужчины с матрасами подбежали к нам и помогли нам. Тренера команды переполняет гордость за своих ребят. Он уверен, их реакция вполне ожидаемая, ведь они прежде всего хоккеисты. Спорт закалил их характер. Быстрая реакция, потому что в хоккее очень быстро надо реагировать на изменение ситуации. Ну, естественно, физически они оказались подготовлены, им уже по 16 лет. Глава муниципалитета Андрей Иванов лично поблагодарил ребят за их подвиг. Пообщался с ними за чашкой чая, вручил юным героям благодарственные письма и спортивные подарки. Про таких ребят, как вы, говорят, что это вот настоящие скромные герои. Мы с вами часто смотрим голливудские фильмы, да и вообще кино, где очень много рассказывают про спасателей, яркие, красивые моменты. Но в жизни это происходит редко. А это нужна отвага, нужна такая находчивость, смекалка, какую вы проявили. Глава не смог уйти, не сыграв с ребятами в любимый хоккей. Вышел на лед вместе с юными спортсменами. Вот что значит командный дух. Благодаря быстрой реакции, смелости и силе духа хоккеистов жизнь человека спасена. Эмилия Аркелян, Ферит Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».